проторенной тропой легко и складно, по старой схеме, отработанной давно. На теле башню кантемировской парадной из Бреста передать душевное тепло. Мое тепло для Ленинграда без остатка, и всю душевность от брещан тебе посла. На проходной чуть задержусь я для порядка, минуя все, скажу, ну здравствуй, Вячеслав. А знаешь, слава, я скучал по вашим стенам, по вашим душам, да о встрече помышлял. И Брест дождем порою плакал откровенно, как будто, знаешь, брат по брату тосковал. А мы давно с тобой сроднились, полоснули, и сладкой патокой намазали штыки. И наши беды нас узлами затянули, когда мы пальцы наши сжали в кулаки. Накрыло огненной метелью в 41-м, свинцом железом дождь суровый полоскал. Как крепость Брестская держалась беспримерно, так Ленинград себя в блокаде прославлял. От Питера до Бреста километры долгой речки, от Ленинграда к Бресту жизни судьбы города. 50-й скорый отстучит во мне сердечко, наладил так красиво мне душевные мосты. А вот бы здорово на башне и как птица черпнуть бы, знаешь, красоты, да вправе дух. Ты расскажи мне, как живет твоя столица, да панорамы сориентируй Петербург. Потом нырнем с тобой на улицы, проспекты, с людьми мне хочется так просто поболтать. И где-то здесь ты ковырял свои конспекты, нам было нужно тропки, стежки выбирать. Весна украсит направление на лугу, и мы к тебе в садоводачное рванем. Водицей Оридиш отправит нам подпругу, поселок Сиверской немножечко встряхнем. И будем рады, как мальцы, вот этой встрече, тепло душевное на выходе иметь. Здесь очень грамотно играл скрипач Кузнечик, да и мне тоже будет что сказать и спеть. Я непременно в Беларусь вас приглашаю, мои целебные пущанские места. Сольемся с матушкой природой, обещаю, здесь дабы обрести спокойствие Христа. От Питера до Бреста километры ручейками, от Ленинграда к Бресту жизни судьбы города. 50-й скорый отстучит во мне деньгами, которые, конечно же, я соберу в года. От Питера до Бреста километры ручейками, от Ленинграда к Бресту в жизни судьбы города. 50-й скорый отстучит во мне деньгами, которые, конечно же, я соберу в года. 50-й скорый отстучит во мне деньгами, которые, конечно же, я соберу в года. Года, года, года. Неожиданно быстро. Спасибо большое. Я тоже очень долго ждал. Стол не приготовили. Ну что, дорогие друзья. Ну хорош, не успели на программу, уже могильщик.
Терпение, ребят. Я очень рад, что вы знаете репертуар. Как Василий всегда говорил, едем кому-то на день рождения. Говорит, что, какую программу берем? Ну что, могильщик начинаем. С могильщика на день рождения. Несмотря на свою мрачность определенную. Дорогие мои друзья, дайте хоть немножко начну. Споем все и даже больше. Я хочу вам сказать большое спасибо. Я очень ждал этой встречи. Без вас бы и не было меня, и не было бы этой встречи. Уже говорил не один раз. Все, что делаю, делаю для вас, для своей семьи, для своих друзей. Думаю, мучаюсь, болею, пою. Я знаю, что вы много говорили и хотели этой встречи так же, как и я. Есть вопросы, которые тяжело решать, но они решаемы. И эти встречи должны быть. Я очень рад, что она состоялась. Я не так часто бываю в ваших городах. Но пусть сегодня в этом прекрасном городе, легендарном городе Ленинграде, в великом городе Санкт-Петербург, состоится эта встреча. И она есть. Сегодня с многих регионов нашей Родины приехали люди. Я очень благодарен вам всем. Я сегодня буду петь, играть. Мои ребята, всех вы знаете, артель опять в сборе, опять в строю. Попоем, подлечим. Поэтому добрый путь, хорошего настроения. А сегодня подготовил для вас много сюрпризов, новых песен.